Всем привет, дорогие друзья! У нас сегодня будет распаковка от нашего любимого Василька. Как вы заметили, я сегодня снимаю у Егора в комнате, потому что там в комнате очень шумно. Ванечка, иди поиграй. Ну, стой тогда там со Светой. Сейчас мы с вами распакуем. Приношу извинения из-за того, что тут маленькие лезут. Света, иди к ним. Так, ребята, я уже раскрыла мешок. И сейчас будем с вами по очереди доставать все, что там есть. Ну, первое, что я здесь увидела. Не пойму, что это. Платье. Платье с гранатами. Это я заказывала Марине для садика. Мы то с зайчиками так отстирать и не смогли, поэтому я заказала ей платье с гранатами. Вот такое вот платьишко, очень красивое, с гранатами. Мне кажется, будет вообще хорошо. Ростовка тут не написано, но хлопок 100%. На талии резиночка присутствует. И очень красивый принт с гранатами. Вообще прям рукавчики, слушайте, такие интересные, с рюшечками. Сзади на пуговичку застегивается. Очень красивый. Дальше. А, непонятно. По-моему, пижама это. Если я не ошибаюсь, то это пижама должна быть. Да, ребята, это костюм. Пижама такая, костюмчик. Вот с такими медвежатками. И вот такие вот полосатые штанишки к ним идут. Штанишка, кармашков нету. Он на флисе, теплый. А ростовка тут-то... 134. Скорее всего, на Машу. Но потом померяют они. Я не знаю точно, на кого она будет. Потому что Василька с размерами не всегда можно угадать. Поэтому я заказываю, а там уже смотрим, кому подойдет. Дальше. О, ребята, это я заказала себе новый фартук на кухню. Мне он так понравился, что я его сразу же бросила в корзину. Он необычный. Он такой с рюшечками, такой красивый. И мне он понравился. Вообще кухонная тематика. Вот такой вот, ребята, фартук. Смотрите, какой классный. Тут такая рюшечка с кармашечками. Кармашки есть. Вообще прям классно. Вот такой вот фартук теперь у меня будет, ребята. Вот такая вот красота. Я сейчас даже буду вот так сидеть и снимать вам обзор. Дальше достаем. Дальше. 52 размер. Костюм дачный. Заказала еще костюмы, чтобы дома носить. Я, по-моему, один только заказала. Вот такая вот футболочка удлиненная. Я люблю удлиненные футболки. Не люблю короткие. Ну, вот такая вот удлиненная футболочка. Тут спереди кармашки. Два кармана. Очень хорошая по качеству. 52 размер, хлопок. Дальше. И вот такие вот бриджи. Коротенькие, не сильно длинные. Для дома и для... дачи, мне кажется, это самое то. Так, ладно, снимем фартук, то неудобно немножко в нем. Но фартук понравился, он, ребята, такой плотный, такой классный. И тут кухонная тематика, рисунок, видите, кухонной тематики. Теперь будем всегда в фартуке, причем в новом. Дальше, ребята, дальше достаю. Вы мне постоянно пишите: Настя, закажи себе на диван для обзоров. И вообще вот так вот красивое покрывало, ребята. Смотрела, то, что мне там нравится, размеры были маленькие. А тот, который мне более-менее приглянулся, заказала вот такой вот. Сейчас откроем, посмотрим, потом обязательно на диван постелим и покажем. Слушай, ты такой мягкий, классный, такой блескучий. Так, а размер у него какой? 180 на 200, крупный... Так, плюш, велюр, покрывало, коричнево-золотой. Вот такой вот, ребята, он. Очень красивый. Смотрите, тебе нравится? Угу. Красивый вообще. Знаете, такой вот, он толстый. Им даже, мне кажется, укрываться можно. Вообще толстый. Я его заказала на диван. Поэтому в следующем обзоре какой-нибудь распаковки вы увидите это покрывало уже на диване. Но мне вообще нравится. Классное покрывало. Надо будет еще парочку заказать для смены, чтобы были покрывала сюда.
Также, ребята, заказала снова я полотенце размер 70 на 140, уже другой только расцветки. Вот такое вот полотенце. Оно тоже Туркменистан. Полотенце очень хорошее, качественное. Мне оно очень понравилось, поэтому заказала снова. Полотенца всегда в большой семье нужны. Дальше заказала опять вот такие вот носки. Деткам они очень понравились. Шуша, перестань, пожалуйста. Приношу извинения. Просто тут Шуша у нас с ума сходит. И вот такие вот три пары носочков заказала. Они очень мягкие и хорошие. Свет, тебе нравятся такие носки? Света молчит. Дальше заказала еще одно полотенце. Тоже такой же Туркменистан. Но другая расцветка. Вот такая вот зеленая расцветочка. Оно тоже, ребята, большое. Вот такое вот. По качеству вообще суперское. Мне очень нравится. Я очень довольна этими полотенцами. Дальше. Помните, я вам говорила, что вот у нас пришли в той распаковке для Светы розовый, да, по-моему? А для Кати голубой костюм. А у меня Маша, он получился сильно большой. И Маше мы решили заказать другой. Вот, заказала я для Маши фиолетовый костюм, такой же, как у Светы с Катей, только расцветка другая. Вот такая вот кофта. И вот такие вот штаны. Костюм вообще хороший, но вот то, что мы заметили, после стирки, да, Света, оно село немножко. И вот такой вот костюм для Маши. С кармашками. И Света просит еще, да, и такие заказать костюмы. Она хотела еще такие же костюмы. Удобно в них дома ходить. Вот такой вот Маши костюм. Дальше, ребята, дальше. Дальше что у нас здесь? Так, а это что? А, ну это я показывать не буду, это личное. Потом дальше здесь я заказала носовые платочки розовые и зеленые. Это я не себе, это я одним хорошим людям заказала такие платочки носовые. Дальше, ребята, заказала постельное белье. Оно идет... полутораспальный под одеяльник, просто наволочка. Хлопок, бязь. Вот такой вот комплект постельного белья. Я распаковывать не буду. Я специально заказала, чтобы ну, пару комплектов лежали новые. Не дай бог, где-то что-то понадобится. Поэтому заказала. Но больше всего заказ сделала я вот из-за этого постельного белья. Я очень давно его хотела заказать. Я сегодня обязательно съела его постелю на койку и покажу, как оно будет. Оно на молнии, размер полутораспальный, простыня, наволочки две штуки, 70 на 70 наволочки. Давно хотела вот именно с такими домами себе постельные. Так, и последняя вещь того, что я здесь заказала. Я уже, Шушенька, подожди немножко, я уже такие заказывала костюмы, это на физкультуру, белая футболка и шорты. Вот такая вот футболочка. Здесь вот идет и шортики. Девчонкам еще заказала, потому что бывает, что постираешь и не успевает сохнуть. И футболки вот эти вот белые быстро они пачкают. Поэтому приходится заказывать еще вот такие. Вот такой вот, ребята, у меня был заказ. Сейчас будет примерка. Девочки все примерят. Если вам понравилось, ставьте лайки, проходите по ссылочке в описании. Там, ребята, очень часто обновляется все. Очень часто новинки появляются. Вот, например, сегодня я заглядываю, там столько много новинок, ребята, что хочется снова сделать заказ. Сейчас мои детки примерят, Машенька примерит свои костюмчики и вам все покажем. Вы пройдите по ссылке в описании. Ну и всем желаю хорошего дня и хорошего настроения. Всем пока-пока!